Вешенка оранжевая или филотопсис гнездящийся. Латинская – филотопсис нидуланс. Вешенка оранжевая – достаточно редкий гриб, занесенный во многие региональные красные книги. В Московской области гриб редок, встречается эпизодически, но охране не подлежит. Вешенка оранжевая – очень красивый осенний гриб, который благодаря своей яркой окраске трудно перепутать с другими вешенками, окрашенными более скромно. Гриб ярко-оранжевый. По краю шляпки бывает более светлая окантовка. Пластинки же окрашены немного более интенсивно. В целом же окраска гриба однородная. Мякоть гриба тонкая, светло-оранжевого цвета. Поверхность гриба ворсистая. Гименофор пластинчатый и радиальный. Ближе к краю шляпки появляются дополнительные пластинки. Ножка как таковая отсутствует. Плодовое тело прикрепляется к субстрату боком, как и почти все вешенки. Растет обычно группами на гниющем валежнике и пнях, как лиственных, так и хвойных пород деревьев. Изредка может расти прямо на старых трутовиках. Основной период роста – с сентября по ноябрь. Встретить его можно и зимой, и даже ранней весной, когда перезимовавшие особи могут продолжить свой рост. Гриб не ядовит, но считается несъедобным. Гастрономическая ценность низкая, гриб имеет неприятный, часто гнилостный запах. Ярко выраженного грибного вкуса тоже нет. Иногда даже отмечают неприятный гниловатый привкус. Высказываются предположения, что запах и вкус могут разниться в зависимости от субстрата, на котором росли грибы и их возраста. Молодые же грибы, которые еще не приобрели вышеупомянутых гастрономических недостатков, вполне можно употреблять в пищу.